Crash Bandicoot 2. Возвращение к Кортексу. Наш старт для начала возвращения к Кортексу. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и мы, хотел сказать, продолжаем. Мы начинаем проходить вторую часть Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Короче, ответный удар Кортекса. Видимо, ему не очень понравилось то, что ему наваляли в первой части, и он решил вернуться, как любой Вы видели сейчас это? Он сам сиганул. Ну, в общем, мы начинаем вот этого вот безумного парня снова вести к победе. Не знаю, как у нас это получится. В общем, решил я не проходить все-таки перед началом нашей игры. А это будет мой первый пробег. Это будет первый мой опыт в Crash Bandicoot 2. Так что помогаем всем миром мне. Так, смотрим. Кристаллы, конечно. Кортекс, предположим, у тебя есть большие кристаллы. А как ты собираешься добыть 25 маленьких кристаллов и принести их сюда? Ты, дурак, ты думаешь, я не контролирую ситуацию? Если мы ничего сами не найдем, мы отнимем что-нибудь у наших врагов. Крэш, дружище, окажи услугу. Принеси следующую добычу мне. Ой, ну спал, вот никого не трогал, да? Тут вот женщины, а? Так, я так понимаю, в общем, это теперь не его подружка, потому что мне там к прохождению первой части говорил один из подписчиков, что подружку у него, короче, забрали, посчитав там, что, в общем, она какая-то слишком была нарисована слишком сексапильной, в общем, все такое, игра для детей, тролливали, в общем, это, по-моему, его то ли сестра, то ли племянница, что-то такое. Ну, такая прикольная тоже достаточно милая бандикутиха. В общем, Крэш возвращается во всеоружие, бешеная собачка непослушная выпустила вторую часть Крэша, и мы ее, естественно, с вами начнем сейчас проходить. В общем, это эксклюзив для PS1. Вот, те, кто не в курсе, у меня на канале есть прохождение первой части, можете глянуть, освежить, так скажем, в памяти. Ну, а мы отправляемся вот куда-то. Кстати, знать бы, как ее зовут, эту нашу сестричку. Непонятно пока. В общем, у Крэша тут единственное, я там слегонца побегал перед записью. У него есть новый удар появился, такой подкат. Ой, она так за нами наблюдает, смотрите. Оп. А еще он может вот так делать. Смотри, сеструха. Ну, шкодный вообще просто. Смотрите на его рожу довольную. Просто милаха. Даже листики вон падают. Вообще круто. Не, молодцы. Но эти доги. Ладно, поехали. Первый уровень прям один в один, как в первой части. Прям по этим же джунглям. Ну, это, видимо, там, где они и живут. О, нормалек. Пойдет.
сразу жизни. Вот видите, я тут еще и переехал в Need for Speed. Я в другом углу обитаю. Здесь думаю, что лучше будет в этом углу мне сидеть. Вот. Так. Яблочки за сотню нам жизни дают. Это я уже знаю. Пиу. Ой, блин. Разбил этот ящик. Так, все что ли? Какой короткий первый уровень. Ну это типа так, разминка. Телепорт. Ну-ну, неужто это сам Crash Bandicoot? Добро пожаловать! Извини за жестокие меры, которые я использовал, чтобы доставить тебя сюда. Но дело очень важное, и тебе оно понравится. Вокруг тебя находится 5 дверей. За каждой спрятан кристалл, и ты их должен собрать. Чё-то я не совсем понял, а с какого перепугу вообще эти должны какие-то кристаллы помогать искать? Ну, зараза, не успел он снова появиться, откуда-то грохнулся, не понять чего, и уже, короче, сумел что-то захватить, коварный план разработать. Вот они, злодеи какие, да? Смотрите. Это просто, блин, ну это Crash, черт возьми. Да, тут, кстати, я смотрю, киношек добавили, такая более кинематографичная вторая часть стала, больше роликов. Вот, я так понимаю, сейчас у нас, типа, не острова будут, а, наверное, вот такие комнаты, где будем выбирать, какой уровень нам ехать, идти, телепортироваться. Вот, ну тут их 5 штук, как сказал злодей самый главный. Давайте вот в снег пойдем. По-моему, снега еще не было в первой части. Попробуем снежный уровень. Погнали. Ой. Не, конечно, игруха очень веселая. Блин, жалко, что я в детстве в нее не играл. Жалко. Ну, ее, как мы знаем, скоро перевыпустят. По-моему, летом она должна выйти там. 30 июня, по-моему, сейчас назначено перевыпуск. Причем именно не ремастер там какой-то, не, или не ремейк, а ремастер. Ну, в общем, сложно сейчас разбираться с этим. А, вот, вот как сейчас. Вот, и значит, будет полностью с новой графикой, с новым движком, но абсолютно не тронутые уровни, как я понимаю. Такие же точно, как были в оригинале. О, Нитро. Это типа ускорялка у нас теперь будет. Эй, что произошло? А, так это подляна. Тут и так динамит вон есть, еще и нитро появились. Короче, ладно, нитро нельзя трогать, видимо. Пингвины какие-то. Новые враги. Так. Еще мне говорили, что управление во второй части стало лучше. Ну, понятно, что за первые там 30 секунд игры не поймешь. Ух ты, прикольно. Смотрите, даже отражение есть. Это лед. Ништяк. Ой-ой-ой. Так, подождите-ка. Следы вон остаются. Прям как Solid Snake, слушай, Crash. О, пойдет. Жизнь меня прям обеспечивают. Тут уже коньки нужны. Есть. Так, динамит мы трогать не будем. Ай! Еще наверху он там есть. Тихо, тихо, тихо. Эй, а как его сбить-то? Да, походу никак. Странно. Странно. Физика ледовая. Так, и мне еще говорили, что, по-моему, во второй части появятся плохие маски, вот эти вот, которые защищают.
первые они защищали нас, а тут вроде как появится плохая маска. Я уже, если честно, забыл, как она называется. Давненько мы с вами первую часть проходили. Так. А, вот количество коробок, по-моему, стало отображаться, сколько мы собрали. По-моему, в первой части этого не было. Пью. Вау, что-то там взорвалось. А. Все, что ли? Конец уровня. Что-то уровни какие-то стали короткие. А, нет. Ух ты, вы гляньте. По ходу уровня поменялась камера. В первой части, если там было отдельно, ну то есть отдельные уровни плоские, как бы такие отдельно. Ну, трехмерные. Ух ты, прикольно. Как бы так прям разнообразили. Ладно. Ай-ой-ой-ой-ой-ой, блин. Ё-моё, заговорился. Так, что-то тут. Понятно. О. Так. Котик морской. Вообще они хорошие, я не знаю. Котики морские, они ж хорошие. Чего они их тут врагами сделали? Ого, алмаз какой. А как тебя взять? Так, погодите. Подляна какая-то или чё? А, может надо будет забраться наверх и там спрыгнуть где-то. Воу, фига тут. Тихо, тихо, тихо. Оп. Оп. Пингвин. Короче, котики, пингвинчики. Прям... Ой, нитро мы не берем. Так, вопрос. Вопрос, что значит вопрос? Так, короче, ребята, я так понимаю, что сюда можно упасть. Да? Чё, падаем? Падаем. Приз. Ага. Бонус уровень, чё, прям по ходу уровня, не отходя от кассы. Экранов загрузки, короче, стало меньше, да? Типа. Тихо, 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 стой. Давай так, оп. Да блин, ну что ты? Сейчас меньше яблок будет. Ага. Тоже ледяной. Так. Ой. Да, наверное, туда можно было запрыгнуть, но я закосячил. А, мы здесь же... А, жизнь отняли? Вроде нет, 6 было. Так, а что, можно еще раз упасть? Давайте упадем. Какие проблемы? Даем. Не, ну так, как бы уровни уже сразу вот заметно, что. Блин, а как туда запрыгнуть-то? Может тут какой-то этот прием появился? Ай, появился. Только я этого не узнаю. О. Тик. О, вон сундук там вроде бы с вопросом. Дальше я уже вижу. А, это не сундук. Тик. Ух ты, ух ты, ух ты! Огонь! Мне это явно нравится. А, и все, уже нельзя, да, туда? Хе-хе-хе. Бесконечное количество раз, короче, нельзя. Эй, ну! Так, а чё смысл? Я их все и так разобью, да? Еще одна жизнь. И башкой тресь. Так. Кстати, да, вот, по-моему, здесь управление стало как почетче, короче. Вот. Как и говорили. Ну, хотя не... Блин, не все яблочки собрал. Так, чекпоинт. Вот. Так, вот
какой-то еще ящик какой-то такой интересный. Че, прыгаем? Давайте прыгнем. Че было? Че я взорвал? Не, че я взорвал-то, ребята? Оу. Так, уходите. Надо вот здесь попрыгать. О, сейчас еще жизнь будет за соточку. Смотрите, 99, стоп! Чу, есть, уже 10 жизней, вообще огонь. Надо прям собирать, собирать. Потому что дальше там, наверное, жестко будет. Пока я особо нововведений не увидел. Ну, именно по части сложности. Ну, это, понятно, первый уровень. Ознакомительный. Кристалл! Огонь. Так, он, смотрите-ка, он крутится так же, как мы. О, пойдет. Так, вот. А, подождите, а где-то ящик, значит, должен быть. Что-то нету ящика. А, вон он. Подожди, а каким макаром? По-моему, вот с этой. Так, сейчас надо будет этого котика грохнуть. Так, сейчас попробуем. Не-не-не, погоди. Так. Где там этот? Вон он. Блин, как туда попасть? Как-то вот с этой по-любому штуки. А, во, есть, ударил, да? Ударил. Отлично. Вообще огонь. Вот что дает сноровка-то прохождения первой части. Если б я сразу во вторую играл и не прошел бы первую, я бы хрен до этого додумался. Здесь, наверное, надо сказать отдельное спасибо Виктору Шилову. Спасибо тебе, мой дорогой подписчик. Ты мне, я помню, помогал, прям вел меня по прохождению первой части. Тезка. Так, что, 70 из 74 собрали. Тут прям сразу видно, да? Ну, что же поделать? Ну, ладно, возвращаться не будем. Тем более, там уже, наверное, они просраны. Так, и чё? И чё, и чё? Так, ну и? Заставочка. Well done, Crash! I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. А куда переводчик делся? During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens... Вот они, игры, блин, 90-х. Где-то переведено, где-то. Это to bring them to me. Анимация у него. Короче, он понятно, он захватил в плен его сестрицу. Ё-моё. Ой, смотрите, как он сразу погрустнел такой. Так, подождите, чё, мы прошли уже снег, что ли? Snow Go, вон этот, да, кристалл заработали. Анимация, говорю, вообще охренительная просто вот эта вот. Да. Ну, хоть такая уже появилась, ребята. Первая Сонька. Так, чё, ладно. Тут получается тогда. Так, а давайте посмотрим, как она тут сейвалка устроена. Так, чтение. Заголовка. Сохранить. Сохранить, окей. О. Поехали. Твое имя. Мое имя слишком известно, чтобы я его называл. Ну где? И. О. Давайте вот так будет. Все отмена. Обновление картриджа.
какого картриджа? В принтере? Как долго сохраняется? Ну, видать, вторая часть помощнее стала. Ждем, ждем. Возникла ошибка при записи. Да ладно тебе. Какая ошибка при записи? Подожди. Что за ошибка при записи? Ты мне так-то не это. Не надо. А чё, нельзя это выбрать там второй слот как-то, не? Ну-ка, подожди-ка. У меня же две карты воткнуто. Блин, она там, наверное, переполнена. Я же туда еще Need for Speed сохранил. Печально. Да вашу ж мать, да. Ладно. Поменяю потом карточки. Так, ну давайте еще какой-нибудь уровень пройдем. Total Woods. Блин, 20 минут уже. Или нет, наверное, давайте закончим на этом. В следующей серии пройдем следующий уровень. Вот. Наверное, будем по одному уровню. Хотя, не знаю, посмотрим. Ну, в общем, в серии и так уже 20 минут. Я думаю, Крэша будем покороче делать серии. Не надо их там растягивать на 40 минут. Вот. Короче, вот такой вот сорванец Крэш Бандикут. Смотрите, какой он. Что-то вроде сначала обрадовался. Этих анимашек у него стало больше. Прям такой он. На, вот так вот. Ю-ху! В общем, вот такой вот Crash. Crash Bandicoot 2. Мы начали его проходить. Пройдем. Вот. Мне очень нравится. Веселый такой парняга. Вы только гляньте на него. Как его можно не любить. Да, я говорю, что я жалко очень, что в детстве мне он не попался, хотя я видел и диски с ним, ну что-то как-то вот не дошло, никто мне его, как-то и у друзей не было, некому было мне разрекламировать, так скажем, сарафанным радио эту игру, поэтому, наверное, мимо меня она и прошла. Ну, сейчас вот наверстываю упущенное. При свидетелях, скажем так, при вас. Вот. Ну что же, с вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Вот. А, еще объявление, черт, совсем забыл. Заходите обязательно в группу ВКонтакте. В общем, сегодня у нас понедельник. В субботу... Сейчас я даже скажу, какого числа. Так, суббота. 18-го. В субботу 18-го числа будет стрим. Опять же таки стрим, на котором будет разыгран ценный приз, в общем. Вот. Поэтому заходите в группу, там висит пост, в котором все условия написаны. Что нужно для того, чтобы принять участие в конкурсе. Ну, я сейчас на словах, естественно, тоже объясню. В общем, как и раньше, обязательным условием является подписка на канал, подписка на группу ВКонтакте и репост этой самой новости о этом стриме-конкурсе в группе. То есть обязательно репост. Если не будет соблюдено хоть одно из этих условий, участвовать в розыгрыше вы не сможете. Вот. Сейчас говорить, что за приз, не буду также. То есть это будет объявлено на самом стриме уже, но приз тоже ценный. Вот. Достаточно прикольный и, ну, дорогой, что ли. Вот. Так что бегом в группу, репосты и прочее. Короче, в этот раз будет лотерея. Будет список тех, кто репостнул эту новость. Вот. И среди тех, кто... В общем, приз будет разыгран только среди тех, кто сделал репост этой новости. Ну и условия соблюдил. В общем, выполнил условия
конкурса. Вот, ну, в общем, по типу лотереи будет. То есть сейчас вопросов не будет. Сейчас будет лотерея. Вот. Так что вперед из песни в группу, подписываться, репостить, ну и ждать субботы. Вот. Можно там свечки ставить, куклы вуду, да, чтобы вам, в общем, повезло. Заговоры разные и прочее. Ну а с вами мы увидимся в следующей серии. Всем пока-пока и удачи!